Ой, какая жесть, какая жесть. Аргентина и Майка, блядь, 5-0. Это видео. Так, что? Есть? Связь-то нет? Вроде есть. Это видео для клоунов и дебилов из Немаги. Но они сейчас скинули мне ссылку, спрашивали про Немаги. Я вообще не смотрю это. Посмотрел ролик Немаги про стоп-хамы. То есть, во-первых, они сами говорят, типа, что с нас взять с клоунов, там еще с этого. То есть, они сами понимают, кто они есть такие. То есть, что тут, ну, там меня он спародировал, да, про Давидыча. Мне понравилось, что один, который сидел такой, блин, тот-то маленький вообще какой-то пропойца, и у него, видимо, что-то с психикой, да, то есть, у него лицо какое-то странное. А второй ему говорит, типа, закроют тебя, и Павел Пятницкий хер тебе матрас выбьет, потому что ты дебил. Они вместе с собой разговаривают, то есть друг с другом. Ну пусть. И вот этот чушок, который там сидел, да, и говорит, что кто он до этого-то был, до чего до этого, до Эрика кем я был? Не, мне не похеру, я посмотрел, мне говорят, что они там про меня что-то сказали, я посмотрел. То есть... Действительно, ну, клоуны там развлекаются, еще там что-то делают, там сидят на какой-то бомж-квартире, поставили камеру, выкладывают там, озвучивают гандосом, гандосом, каким-то таким голосом. Они, наверное, может, или нос зажимают, да, это, а может, член в рот берут и на члене сидят. То есть, может, поэтому у них голос такой, как они озвучивают. То есть, это реально шоу, это реально клоуны, и... Такие дебилы, вот когда они живут и вот эти делают там всякие вот эти картинки, вот эту группу, подписывайтесь на нашу группу. То есть люди просто просирают свою жизнь. Зачем они это делают, не знаю. А вот этот тот чертог, который сидел там и говорил, кто я там был такой, там еще. Мои телефоны, моя почта везде есть. Пусть пишут, пусть звонят. Встретимся, я объясню, кто я такой. Вот, и будет у них совсем не магия. Да, они неплохо бабла на этом делают. Да пусть делают, ну пусть делают. И, понимаете, когда люди ушлепки, когда люди, ну, дегенераты, то есть, ну, даже если дегенерат с бабками, ну и что? Вот, ну и что? То есть, ну, дегенерат, ну, заработал он бабок. Но он же знает, что он урод, что он там опущенец моральный. Там, ну, как он с этим будет жить? Ну, господи, то есть. Поэтому, дебилы, клоуны из Немаги, вам большой привет. Вот. Также привет тем дебилам, кто на ваш паблик подписан, кто всю вот эту херню смотрит, кто ржет над тупыми, над пошлыми и над дебильными картинками, которые размещают туда. Люди, остановитесь. У вас жить вам, мне, всем нам, человеку, жизнь отмерена маленькая. То есть наш путь земной, он короткий. Вы просто свою жизнь просираете на всякую херню, на всякие там, которые вы считаете приколами. Это не приколы, это какой-то дебилизм, да? То есть, да, малолетки их смотрят. Их смотрят малолетки. Поэтому дебилы из Немаги, срал я на вас с большой колокольни. Если закроют, я вам матрас дам, не переживайте. Чао, какао.